В областном центре состоялся круглый стол в рамках Дня семьи отбасым менантеригам. На мероприятии собрались яркие примеры творческих, талантливых и любящих семей порядка 10 династий. Подробности далее в сюжете. Крепкая семья – это надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. Поэтому государство уделяет пристальное внимание совершенствованию системы защиты материнства и детства, продвижению семейных ценностей. В работе круглого стола участвуют председатели и члены этнокультурных объединений. Как говорили наши предки, родина начинается с семьи. Если хочешь состояться как государство, выправь колыбель. Сегодня собрались активные многодетные семьи, которые входят в этнокультурные объединения. Они работают на благо нашего общества и служат примером для подрастающего поколения. Особенность Казахстана в том, что в нем в мире и согласии живут люди разных наций. В династии Овсепян трое детей. Семья проживает в областном центре уже более 20 лет. Наша семья, дети родились здесь, все трое. Моя гордость, моя семья. И очень рад, что сегодня оказался здесь, на этом замечательном празднике. И пользуясь случаем, хочу поздравить всех моих земляков, всех акмолинцев с этим праздником. В моей семье самое главное, что все были живы-здоровы, самое главное. Так у меня дети все трое умнички, дочка старшая вообще. Единственная армянка, которая школу закончила золотой медалью, сама Аким области выручала. Сейчас учится в Москве. В завершении мероприятия всем участникам вручили ценные призы. Кайырбек Тулегенов, Павел Соловьев, Алмас Адвокасов, Кокши Ахпарат.